Линзы и свет. Но для начала нужно поговорить про просто свет. Значит, свет двигается со скоростью c. 3 на 10 в восьмой метров в секунду. Это его скорость в вакууме, но в принципе это в целом скорость света. С такой скоростью он двигается, и быстрее света двигаться нельзя. Но иногда на пути света встречаются атомы. Значит, какой-то атом встречается на пути света. И он его может поглотить на какое-то время, удержать в себе. Я нарисую часы такие, это часы. И потом выпустить дальше. Да? И дальше свет продолжит двигаться со скоростью c. Но вот из-за того, что здесь он простоял какое-то время, он здесь стоял и ждал, получается, что общая скорость света, если на его пути могут встречаться атомы, может быть меньше. V может быть меньше, чем скорость c. Да? И поэтому там, где не вакуум, а где, например, воздух или вода, там скорость света может казаться меньше, да? Но, в принципе, между атомами свет будет двигаться все той же самой скоростью c. Это просто из-за того, что он ждет внутри атома какое-то время, его общая скорость будет меньше, чем скорость света. И это производит разные интересные эффекты. Например, у вас вот здесь был воздух, а вот здесь вот у вас вода, и тогда через эту среду свет будет двигаться каким-то своеобразным образом, изменяя свою траекторию. Вот про это мы поговорим дальше.